Ну, вот он. А его отсюда не видно. Всем привет! С вами канал Артмания. И Женька. И теплоход. Наконец настал тот день, когда мы садимся на теплоход. Да, Женька? Сейчас мы с тобой туда спустимся. Небо такое. Наши сумки. Мой чемоданчик новый, который мы с вами покупали, кстати, в прошлом году. Кого? Спустились мы под мост. Надо было, кстати, наверное, снимать, как мы спускаемся. А, плывем мы на теплоходе «Хирург Разумовский». На нем мы уже плавали. Жень, в каком году? Сколько лет это? Лет 5 назад? Лет 5 назад, нет? Лет 5 назад. А, до Ярославля, я помню, да. Мы уже плавали. Ну, тогда у меня не было YouTube-канала. Только, может быть, фотографии можно найти где-то. Не знаю где. Внутри я его тоже покажу. Вот такой вот мост. Да? Женька сидит. Вот, вот так вот можно посидеть. Когда Волга разлив, то здесь вот все затоплено. Да? Затоплено? Да, да куда затоплено, Жень? Не затоплено. Там вот провода даже видны. До травки, наверное, не доходит же, да? Вот церквушечка. В прошлый раз мы садились на теплоход, спускались по этой лестнице. Далеко прибавила. Вот был пост, где просматривали, как я назвала-то, пост, где просматривали чемоданы, как его назвала, я забыла. Чё? Просвечивали, да, просвечивали чемоданы. В этот раз я всю технику положила себе вот так вот в рюкзак, чтобы они ее не просвечивали, потому что потом камера начинает глючить. И карта памяти перестает записывать ролики. Просто уже два раза так было. Поэтому... А оказывается, не было, нету этого поста. Его убрали, видимо. Ну, хотя так вот с другой стороны опасно немножко. Посмотрим, что там вдалеке у нас. Вот они идут. Все причалы друг за дружкой. Дальше машины стоят. Вот. И сколько нам, Жень, тут сидеть? Ты говорил? Я думаю, часа два, да? Через час начнут пускать. А, может быть, да, может быть, через час будут пускать. Пока. И потом еще будет ужин, у нас уже вечер. Сколько было? 5 часов, да? Сколько мы смотрели время? Около 5 часов у нас вечер. А, 7 уже? Уже 7 час даже. Вот. И также покажем каюту нашу. Вот. Раз, два, три, четыре. Четырехпалубный, да? Он самый такой большой, элитный, считается. Вот. Что, вниз? Пойдем. Слушайте, ребят, короче, мы заблудились. Пойдем лучше там, вернемся. Что-то, короче, вообще мы ходим тут. Пытались подняться выше, короче, не можем подняться. Да, если сниму там. Да, подожди. Вот вниз, ну давай с вами спускайся. Вот окошечко. Короче, мы не можем найти выход. Не, нам не выход, а то нам. Ну не выход, да, нам нужно на верхний. Верхний пал. Подожди меня, Жень. Жень, а может тут просто выйти надо? Нет, там, по-моему. А, тоже? И балкон, что ли, непонятно. А, да, тоже. Может, просто до конца дойти надо? Короче, тут вообще катакомбы. Тут еще есть ниже. Карманы есть у тебя?
Слушай, так мы с тобой доходили до сюда, вот она, наверное, лестница. А, вот. Слушай, что-то вообще не пойму. Что-то я тоже не пойму. И куда мы пришли? Слушайте, это вообще... Что-то ты меня повел как-то не так, Жень, надо это... Я точно заблудилась. Может, ниже спуститься просто надо? А как спуститься там надо наверх? А вот девушка. Девушка, как наверх подняться? На солнечную палубу. На солнечную палубу. Вот сейчас на улицу выйдите, там будет дверь прямо. Через дверь там еще по коридору прямо до конца, а потом наверх. Спасибо. Нифига себе. Выйдите там две. А где дверь-то? Пойдем, дверь прямо. Ой, господи. А где дверь-то? Я что-то не понял. Ее здесь все, нет. Вон наша дверь. Мне казалось, она туда показала. Слушай, как я буду искать? Какой-то зал. Прямо до конца. Мне кажется, мы что-то обошли где-то. Разве так было? Мне кажется, раньше было по-другому. Я не помню. И что, мы куда мы пришли? По-моему, было что-то. А, ну правильно, мы потому что с тобой где-то не так пошли. Ну давай будем отплывать и смотреть. Да, если бы без девушки мы бы точно не нашли, но я не помню дорогу домой, короче. Скорее всего, вот здесь вот спуск есть. Да, мне кажется, скорее всего, это вот здесь надо спуститься и там где-то пройти. Там вот будет. Как его Будённый этаж, ты говоришь? Называется. Теплоход. Семён Будённый. А, Семён Будённый там стоит тоже, уже люди подъехали. Фу, что-то я же запарилась. Ну да, просто чуть туда побегаем. Самара. Музыка где-то играет. Че, неужели это у нас играет? А, слушай, это у нас. Последний раз Женька говорит, 7 лет. 7 лет назад мы. Плавали, я оставила отзыв. Помнишь, какой отзыв я оставляла? Отплываем. Как в гробу. Тишина была. Все отплывают с музыкой всегда. А он отплывал, тишина все время была. Но здесь, кстати, в основном пенсионеры все. Молодежи нет, он считается довольно дорогой. Здравствуйте, мужчина. Может с вами познакомиться? Знакомая. Знакомая? Натуська Купина. Меня Фиокла зовут. А вас как? Натуська. Как? Натуська вас зовут? Последний раз виделись, была Натуська. Нет, меня Фиокла зовут. А вас как? Нет, что ты это? Это, наверное, когда мы... Ну, что ты подыграл бы мне? Мы поднимались, там низко было, ты головой ударился. Че-че? Головой ты ударился? Ты ударился головой? В прошлые разы. Какой закат красивый. А, все блестит. Все блестит. Солнышко какое. Докуда мы плывем, Женя? Расскажи, пожалуйста. До Нижнекамского. До Нижнекамского плывем. Сейчас до пятницы. Сегодня понедельник. Видео выйдет немножко опять с опозданием. У нас сегодня 1 июля. Понедельник. Да? Вот, завтра у нас что, будет Казань, да? Завтра, по-моему, еще пока ничего, но я еще пойду. А, ничего не будет? Ты говоришь, завтра Казань? Я не знаю, пока не знаю. Нет, ну, в любом нет, случае, Казань. Завтра какой-нибудь город будет же. Нет, мы в Казани остановимся, но экскурсии не будет она сейчас. Потом она будет, да? Потом, значит, будет нас... Ну, мы потом, ладно, все это посмотрим. А потом уже Казань. Мы посмотрим потом все это. Здесь танцплощадка, вечером будут танцы. Что-то, мне кажется, тут вообще интерьер поменялся.
Еще раз, пожалуйста. Нажал, набрал. Женька показывает, как он набрал воду. Да, она Туська пьет. Вот эту вот воду набрал. Из унитаза, говорит мне. Засунул туда. Что, твою подмышку показываешь, что ли? Засунул на нее эту бумажку, господи. Бутылку. Унитаз смывал и, короче, набрал вот там воды. На завтрак, да? Смотри, там паучок прям под нашим окном. Да, вот, кстати, наши окна. А, залез обратно. Сейчас тоже крутился. Крутился. Ты еще скажешь, что он там танцевал, да? А вот интересно, сейчас вот... А мы, получается, ноги наши в воде находятся, наверное, да? Как-то. Ну да, наверное. То есть здесь где-то вода уже начинается? Да. Ты здесь дырку сделаешь, что там... Так быстро вода тут проходит. Конечно, тихо, я могу показать наш номер. У нас двухспальная кровать. Такая вот. Лампочки. Тут Женька виден. Сейчас еще и я буду видна. Я уже шоколадку ем. У меня десерт начался. В бумажках будешь спать. Шкаф тут. Ну, Жень, ну я тут снимаю, а ты тут идешь. У нас здесь тумбочка есть и есть холодильник. Это вообще огромный еще просто плюс. Вот шкаф наш. Тут у меня продукты мои всякие. Там вкусняшки на Туську набрала. Тут у меня одежда, тут рюкзаки. Там вот Женька повесил свои кофты всякие. И чемодан прячется мой там. И вот когда зашли, я думала, это просто какая-то дверь. Непонятно куда. Оказалось, тут туалет. Полотенце 3 штуки. Раковина. Кстати, раковина очень низко находится. Даже для моего роста 165, но слишком низко. Душевая. Там вот, кстати, вот тут вот полочка. Кстати, она очень мягко двигается. Очень красивая. Тут Женька стоит. Ну, короче, вот так выглядит номер. Довольно большой, да, Жень? До этого были номера у нас, где отдельные кровати, но они были узкие, гораздо уже. Хотя там было можно пройтись. А тут вот Женька, вот он встал, и все. И все занял, да. И дверь вот еще. Женька пьет кофе, я тем временем отдыхаю. Сейчас пойду на палубу. Да. Смотреть вечерние какую-то. Кого? Ну там потом шлюзы будут, тоже надо посмотреть. Окна грязные. Тольятти. Вот и у нас есть еще одна розетка. Вон она. Вот она. Какая интересная шлюза по сколько? Телевизор завтра, мультики тут будут.
О, тут стулья что такое? И тут есть библиотека. Я ее в следующий раз возьму в Новгород. А тут можно привезти, оставить. Вот такая книга у меня есть. Тарзан у меня есть такая. Ну, там несколько. Старые лет. Такие они, слушай, все. Абрахам Мэрит. Ну, я читал, он хочет тут. Зашли в библиотеку с Женькой. Что-то отворачиваешься. И тут вот картинка. Жень, будет две девочки сидят под зонтиком. А мне показалось, что это львы сидят. И там проплывает теплоход. Как ты сказала, Жень? Два льва с теплоходом на башке. Две девочки, ты сказала, сидят с теплоходом на башке. Ну, реально похож на теплоход. Ну, давай дальше. Набережная вот наша. Подожди, плохо видно. Так, давай. Надо было штатив брать. А вот тут... Подожди, а вот тут ты меня кормила, ты клубникой испачкался, да, мы как раз с тобой встречались. На этом месте. И на следующий день приехала с грязными штанами, я тебя, помнишь, спросила, а почему ты не постирала? Ты сказала, я постирала, она не постиралась. Я еще думаю, ну подожди, что ты думаешь, какой-то, думаю, он странный. Тут что? Камелия. Павел Бажов. Нету? Откуда ты знаешь? Да что-то я не вижу таких названий. А, ты потому что не видел? Это наша набережная, облака. Ну, давай, что еще там? Ага, вот эти. Зима, что ли? Фигурки. Где они? Ну, да. Подожди, вот это, по-моему, видела. Ну, это на набережной. На набережной, ну, да. А мы это... гуляем там. Подожди, а вот эту я не видела. А как не видел? На набережной мы гуляем с колясом. Ну, а что на голове-то там-то? Что на голове? Маска. Маска? Это не ангел? Нет, это водолаз. Водолаз? Ну, водолаз, да, маска на голове, ну, что-то видишь, которую туда надевает, вот, пум, и ныряет под воду. Как еще раз покажу? Так, ладно, ну, вас. А тут чего? Тут же снег, холодно. Давай дальше. Ну, а смотри, снег, а корабли уже ходят, или еще ходят. Уже ходит или еще ходит? А, машина ходит. Машина старая. А это где, Жень? Даже не знаю. Какой-то город, дом, вернее. А что тут написано? Там на английском. Самара возвращается в мир, мир возвращается в Самару. Попадешь сейчас у меня. Подгляди, отсанок. Трясется вермишелька. Вермишелька боится на Туську. Боится. Надумала на Туську на ночь поздно покушать.